это встанет, можно остановить до разгона. На третьем канале снаружи мчать 414, и, соответственно, у меня эта бумажка есть. Сколько сейчас? Сейчас только 3 минуты. Так, время 9 часов. 3 минуты отсчет все такое. Ага. Все свободно. Игорь, пошли. Да.
Это идет съемка. Точно, не ругайся, когда снимаешь, звук пишет. Нажимать отпускать, что ли? Нажал и отпусти, можешь ее не держать, она автоматически фиксируется. А пальцами работа, тебе, чтобы это самое. Нажал, отпустил, для тебя тут палец уже, может, там, ну, секунда времени пройдет. Вот это резкое дергание влияет. Все года и века и эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень, и наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь. Вторая. Да.
Ну, доложите по готовности самолета на второй вылет. Готов. Что там на 0-1? Там все знают. Только что я начала докладывать, когда не знают. Знаю. И когда будет устранено? Снимает. Устраняет, сказали, что... 129-й будет готов? Да, слушаю. Короче, на меня за директор. Так. 14.30 стоял трёх. Да. А, 14.30. Да, должны успеть. Успеем, успеем. Там, так, резервный есть какой? Резервный не готовили самолёт? Нет. Ну, первый, дайте вам скелет будет резервный. Раньше, а потом забухать уже. Ну, может, не готовы. Может, не готовы. Там, наверное, как будет. Шестерка. Слушай. Так, ты за полный у нас есть еще? Есть. Зима, а бобруйка где? Сколько? Стоянки, одно полное. Пустые. А никаковых отрядных нет там? Только и все будет короткий. Сразу на заказчику, да? Отрядных. Да, ты же как, воздух не надо брать, потому что она же пригодится. Ой. Значит, вылет ты был первый, 14.10. Это какой самолет пойдет? Самолет 06. А, ну не наш он. Ну какая разница? Ну, понятно, понятно. Потом 129 и за ним 01. Три самолета выпускают, без черной. Поняла. Все поняла, хорошо. Значит, как оно уйдет, не скажете. Я думаю, что...
Так, ну куда мне? Там работает. Поменяй положение, помнишь? Куточку убери,
Бога. Земное врезь в высоте, то сердце рвется мне из огля. Может, быстро выздоравливайте, чем сочи душа рванула в пятки на слёге. Сразу ясно, что хочу, кому расставлен был диагноз невый, ошибочный врачом, хотя не врачом. Я оказался трудным, смещивым, как каются сломанные крылья. Молчит гитара, горло душит слезы, и сердце крик лишь стиснут зубы скрылья. Трехдушный знак без наркоза, как каэль укрепный болит. Такая мучит горькая картина, но жизнь своя берет. Я вновь иду во слез, моя болезнь сильнее, чем вирус СПИДа. Ничто не вечно в мире под луной, я сживаю вес, ту 16. Мы честно будем с тобой. Пришла пора, дружище, расставаться.